окном ветра и слякоть, на сцене ДК «Созвездие» как никогда жарко. В центре внимания зрителей Валентина Орлова с сыновьями Григорием и Андреем, которые на несколько минут перевоплотились в островитян. Творческий тандем под заводной танец исполняет детскую песню «Чимби-римби» про вымышленный остров. По словам мамы, этот номер отражает их семейный дух. Любим море, любим песок и решили, что нужно что-нибудь такое, поскольку как-то так сложилось, что не попали на море в прошлом году, поэтому решили вот такую тропическую тему взять. Ну и вот в связи с этим нашли эту песенку и вот так вот выучили. Что самое сложное было? Не самое сложное было, ну, того ходить, потому что я боялся, что там будут все такие светящие светы, камеры. Я подумала, что мне прямо в глаза будет светить. Раньше боялся, думал, одна ошибка и все провалится. А в итоге получилось нормуль. А эту проникновенную композицию исполнили папа с дочкой Евгений и Людмила Бормусовы. Песню «Звездочета» из телефильма про «Красную шапочку» семья Бурмусовых разучивала месяц. Но, по словам главы семейства, сложнее было не петь, а вытерпеть излучение прожекторов. Костюм. Жарко. Очень жарко в нем. А у меня кололось. Вообще страшно на сцену было выходить? Мне нет. Мне немножко. Герои телефильмов и сказок, персонажи русского фольклора и просто семейные музыкальные группы. Одни за другими на сцену ДК «Созвездие» блистать талантом выходили родители и самые юные химчане, воспитанники детских садов городского округа. Образ, драматургию, костюмы и вокал конкурсантов оценивали члены бескомпромиссного жюри. Финал 5-го ежегодного семейного конкурса «Мелодия счастья» объединил 18 лучших коллективов. Всего было 50 участников. Этот конкурс каждым годом все популярнее, и сначала первые годы родители у нас стеснялись, думали, может быть, что они недостойны участвовать в конкурсе. Всех представителей от детских садов мы приглашаем на это финальное мероприятие, и дальше уже в каждом саду рассказывают родителям, что это интересно, участвуйте, и, конечно, год от года количество участников все больше. Кульминация творческого праздника – награждение. Все конкурсанты получили грамоты и подарки. И хотя победа – это, конечно же, важно, главное в семейном конкурсе – самовыражение детей и совместная плодотворная работа взрослых и малышей. С этой задачей все справились на отлично.